Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Он вернулся. У звезды телесериала «Зачарованные» Шеннин Доэрти обнаружили рак в 4-й стадии. Американская актриса Шеннин Доэрти вновь борется с опухолью молочной железы. Об этом со слезами на глазах она рассказала в эфире шоу Good Morning America. 48-летняя Шеннин Доэрти поделилась со зрителями телешоу своей болью. Врачи диагностировали у нее 4-ю стадию рака. Шеннин сказала, что ей страшно и она никак не может смириться с болезнью. Шеннин Доэрти, актриса. Бывают дни, когда я думаю, почему это случилось именно со мной. А потом я думаю, что почему бы и не я. Кто еще? Кто это заслуживает? Никто из нас. Когда у меня ремиссия, я смотрю на это так, будто мне повезло, что я жива каждую минуту, каждую секунду дня. Впервые звезда «Зачарованных» услышала свой страшный диагноз в 2015 году. Через 2 года после курса химиотерапии болезнь вошла в стадию ремиссии. Тогда Шеннин даже опубликовала в Instagram пост с долей оптимизма. Шеннин Доэрти говорит, что день после химиотерапии всегда очень трудный. Кто-то не может двигаться, есть или даже думать. Иногда тебе кажется, что не справишься. Но это проходит. На это нужно день, иногда 2 дня, иногда 6, но это проходит. Все возможно в этом мире. Надежда есть всегда. Все, кто болеет раком, оставайтесь сильными. И позитивными. Но в начале прошлого года болезнь вновь заявила о себе. Состояние актрисы ухудшилось. Доэрти считает, что часть вины в том, что она до сих пор больна, лежит на ее менеджере Стивене Блатте и компании Tanner Meinstein Glin & Johnson. Если бы представители фирмы заранее собрали все документы для получения медицинской страховки, болезнь можно было бы обнаружить на ранней стадии.